поднимается ветер и песок. С дороги! Разойдись! Прям как бабуи! С дороги! Что ты делаешь? Decision, Gere.
Эй, что? Занять позиции. Но! Brrrr.
Да! Что? Тебе здесь не рады. Это гробница Снофру. Кто-то был здесь не так давно.
Позади нее что-то есть. Не пройти. Поищу другой путь. Эти следы свежие. Должен быть другой способ попасть внутрь.
Теперь путь свободен. Ведь здесь, именно здесь начался мой путь. Похоже, кто-то присматривает за этим местом. Здесь кончилась моя жизнь. Теперь тут стоит алтарь. В память о том, что нужно забыть. Это для Руджика? Кто может беспокоиться о душе этого мерзкого предателя? Thank you.
Мастер Тахарка? Я Баек из Сивы. Да, я Тахарка. Архитектор Саиса и управляющий в Летополисе. Я знаю твою семью. Говорил с женой. По ее словам, ты знаешь что-то о Скоробее. Здесь говорить не стоит. Кто-нибудь может нас подслушать. Идем внутрь, и я отвечу. Твой сын гордится тобой и скучает. Скоро свидимся. Вот бы каждый из моих потомков продолжил мое дело. Этот мир создается мечтателями. О чем мечтаешь ты? Мне нужно найти Скоробея, а не мечтать. Скоробей ищет слабых. Мне он не страшен. Ты не боишься Скоробея, Тахарка? После того, что он сделал с твоим тестем? Мне безумно жаль старого Гупу. Именно труд всей моей жизни навлек на него эти беды. Да простят меня боги. Мастер Тахарка! Они снова напали! Баек, помоги мне! Ветер крепчает. Хорошо. Песчаная буря подала свой голос. Псы из пустыни используют его как боевой клич. Грабители скрывают свои набеги, следуя за бурей. Держись рядом! Не дай им окружить тебя! Я не позволю уничтожить мои труды! Сюда! Оттесняйте этих негодяев! Они приходят с бурей! Эти стервятники летят на крыльях бури! Ко мне, братья! Помогите! Выпущу тебе пути! Эту землю вашей кровью! Летополиса!
вперед! Защитите свои дома! Меджай! Карай их мечом правосудия! Паек! Остерегайся бури! Надеялись, что мы поставим брюхо, а зря! Вас встретят наши мечи! Выпущу тебе кишки! Себя львами, а на деле шапки! Баек, нападай! Будь рядом, Баек! Литополис не дрогнет перед вами! Умрите, грязные псы! Атаку! Оружию! Тревога! Баек, ты разил их как зуб Себека. Идем с нами. Мы не позволим этим вшивым псам запугать нас. Помоги нам избавиться от этой угрозы навсегда. Да, ты жаждешь крови, Тахарка. Но эти бандиты не моя забота. Расскажи о Скарабее и езжай. Долг Меджая — защищать людей, так? Эти мерзкие грабители угрожают невинным жителям Литополиса. Присоединяйся! Мы с тобой прогоним этих псов в их любимую пустыню. И тогда я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ладно. Сегодня я помогу тебе. Ну, Баек,
Нам пора отправляться в путь. Отважные жители Литополиса! Мы вытравим грабителей из их нор и зальем их кровью всю пустыню! Разойдись! Цель, что ты себе поставил, недостижима. Лишь боги знают наверняка, Байк. Но если не тянуться к звездам, как понять, достанешь ли ты? Литополис был прекрасен, но его забрала пустыня. Я хочу доказать миру и богам, что люди способны на все, если захотят этого. Возможно, боги прислали тебя, чтобы ты помог мне. Сильная рука, зоркий глаз. Мы могли бы прославить этот край. Я преследую свои цели. Я попробую переубедить тебя. Кажется, сверху обосновались бандиты. Кого они держат в клетке? О, Нэд, сжалься, освободи меня! Прошу! Подожди. Когда все стихнет, тебя освободят. Обещаю. Ну, не снял вариант. Сиджирьет. Благодарю, Байк. Я думал, что моим мечтам не суждено сбыться. Ты же дал мне силы, чтобы победить грабителей. Кто они? Одержимые слуги Сехмет, богини войны. Им нужны лишь хаос и разруха. Они со Скоробеем?
Нет, они мнят себя львами, а на деле просто стервятники. А теперь сами стали падалью. Я пойду со жрецом в город. Встретимся у меня. Поедим, и я расскажу тебе все, что нужно. Да благословит Птах тебя и того, кто спас меня. Как ты здесь оказался? Меня похитили эти кровожадные безумцы. Я думал, дорога до Литополиса безопасна. Теперь да. Угроза миновала. Так ты из Мемфиса? В Мемфисе много жрецов. Там я не нужен. А Литополис возродился. И все благодаря тебе. Как дела в Мемфисе? Скажу честно, его окутал мрак. Высший жрец разгневал богов. Он обречен видеть смерть города. Твои люди пришли в Мемфис. Они поведали о твоих мечтах. Я пришел сюда служить богам. Сперва отдохни, а потом мы поищем тебе жилье. Position, Gere. Ахер-геру? Бэй, а ты видел песчаную бурю?
Рад, что вы живы и здоровы. Да, боги благоволили нам. Мы видели грифов, и гиену, и кучу песка. Песка тут хватит на всю жизнь. Поэтому нам так сильно нужна помощь. Мы ждем всех. А что ты обещаешь людям, Тахарка? Собственный участок земли и дом. Нужно всего лишь отвоевать их у пустыни. И это все? Взять и выкопать дом? Нет же, все не так просто. Это общее дело. Во славу богов. Люди знают, что он видит истину. Это похвально, почитать отца, Кабаб. За спасителя Литополиса. А теперь мы поедим фиников и... Что с тобой? Тебе плохо? Сену. Вот так. Умница. Помогут тебе боги. Без доспехов, оружия и денег. С чего же начать? Быстрее, пока ветер не замел все следы. Надо действовать аккуратно. Личное снаряжение. Мы сложили все в ящик. Это плата Сефету. Ага. Через пару дней отправим в порт Никиу. Как ты думаешь, сколько еще он протянет? Закопанный-то? Не а два? Вроде сильный. Ставлю 5 драхм, что продержится минимум 3.
Согласен. Стой! А кто прав? Пусть бы оставались в тенях. Эй! Thank you.